Сегодня мы будем играть в режим под названием Op Ninja Simulator. Ну или симулятор. Ладно, погнали. В следующей серии, если вы наберете 100 лайков или 1000 просмотров. Не, это много. 500 просмотров. Я выпущу новое видео про режим Наруто. Ultra Power Taikan. Вы его, может быть, и знаете, если вы фанат Наруто. Если вы не фанат Наруто, то вы наверняка его не знаете. Но я вот, видите, тут уже довольно прокачанный паренек. Да. Кстати, мне очень нравится вот такой мой меч. Вообще класс. Класс. Я вообще фанат Японии и всяких аниме. Я очень обожала эту в детстве игру. Но я что-то забросила, и вот только сейчас, ну как только сейчас, несколько дней назад нашел, тут чуть-чуть прокачался и подумал, ну может запишу про него видео, и вот записываю прям для вас. А сейчас мы вот, тут смотрите, подавай водопадом, нычка, покушать надо. Ням-ням-ням-ням. Светильник какой-то. Так, там кто-то есть? Да, вроде бы. Аккуратненько. Ладно. Тут вот такое это яйцо или череп? Яйцо. Еще вот такой меч, только его подобрать нельзя. Вот вообще никак. Никак. И вот тут такой меч тоже. Его тоже никак не подобрать. Ну и костер. Классно вообще. Еще у меня вот такой скинчик. Тут, смотрите, вот такие штуки есть. Ну, я буду вот тут вот так прокачиваться. Я уже быстренько сейчас все сделаю. Оп-оп-оп-оп-оп. Нам еще надо, ну довольно много. Мы сейчас быстренько все это сделаем. Там, видите, есть такая штука. В левом углу я сейчас вам обозначу. И вот она. Вот эта штука. И вот она. С помощью ее мы можем вот это. С помощью ее мы можем вот это купить вот эти штуки. Мечи. Мечи, да. И сурикены. И больше ничего. А за другие штуки мы там можем купить классы. И оно почему-то называется царство. Но это не царство. Так, нам еще несколько вот таких штук, и мы сможем купить вот это. А потом еще больше, и мы сможем купить вот эту штуку. Ладно. Погнали. Так, почти набрали вот тех штук, которые типа кунаи или сурикены. И вот мы покупаем. Да блин, эта штука, она мне не дает покоя. Я не могу просто так купить. Ладно, я сейчас остановлю. И, короче, я остановлю и заработаю, и включу вас. А пока что вы будете отдыхать. Для вас пройдет там миллисекунда или секунда, а для меня, походу, несколько минут или часов. Так. Так вот, я набрал. И вот, смотрите, меня там убили, у которого синее имя. А вот тут, смотрите, у нас...
у всех красные, и мы убиваем тут синих. У нас тут все красные. Видите, они меня не могут убить. И я их не могу убить. Так что все. Мы тут все свои. И вон синий, синий берет. Все, вон синий, синий. Его надо убить. Только я не буду его убивать лучше. Потому что, ну, как бы, я его не могу. О, молодец, красава! Ладно, мы покупаем новый меч. Да, блин, а. Вот так всегда. Не везет. Ну, ладно. Мы пока что с таким мечом. Вот смотрите, какие тут. Вообще. Кстати, по вот этим красным именам мы отличаем друг друга от синих. Так вот, поэтому. Мы тут, короче, прокачаемся. И мы достигнем. Ай, блин, а, меня убил синего ранга. Ну чем, за меня отомстили. О боже, где я? Все. Надо к нашим идти, чтобы меня не завалили синие. Потому что я недостаточно. Да. Вот такая у меня аура, кстати. А, да, мы ж купили. Да блин. Так всегда не могу пролезть. Вот наши. А вон там не наш. Я его пытаюсь убить. Я, видите, даже не могу убить нормально. Даже убить нормально не могу. И где он? Ладно, потом. Сейчас к нашим. Так, и давайте покупаем. Да! Ладно. На этом, ребята, мы закончим. В следующей серии мы будем играть в Ultra Power Simulator Tycoon. Ладно, на этом всем пока!